Cause I'm an albatross. Yeah. Опа, не ожидали? Я вот сейчас закончил запись прошлого видео, вот прям моментально начал запись другого видео, мгновенно. Так что, ну, для вас это немного больше времени займет, для меня вот это одна секунда. Да, уже пройдем вот эти последние два левела. Вот тут уже... Это красный снег, почему-то вот... Обычно это название вот персонажа пишется, ну кроме тут просто жуткий месяц, пику. Вот просто красный снег. Ну, тут же наш дуэт из мамочки и папочки. Let's go! Winter Horror Land. Я прочитал последний тег, зимний Horror Land. Учитывая, что бати пистолет, наверное, будет прям жопа. 3, 2, 1, go! Они торговый центр захватили, батю на прицеле держат. Деда Мороза. Какого батю? Чё поют? Чё происходит? Там ещё на заднем фоне Генри Стикман, какая-то анимеш... Собака там, я вижу. Какие-то два тупых дети. Вот эти. А, стоп, это же... Это, наверное, те два пацана, которые переоделись в костюмы скелета и тыквы. Базают, наверное, они. Там еще Пика видел. Из прошлого видео. И почему-то сзади нас какие-то сталкеры. Ну или... Кто? Видим, какие-то солдаты. Вот там Митбой. Если вы нашли еще какие-то отсылки, напишите. Кого я не заметил. Какой-то лимон. У пацана голос изменился тут. Блин, нормально стал. Надо, бать, пистолет убей деду, страшно. Я пытаюсь еще краем глаз смотреть на анимации персонажей. Ну ладно, я уже в итоговом видео буду смотреть. Эта песня прикольная. Что они хором поют? Вот тут не два песня поют, а три. Если что, жуткий месяц не считается, потому что там все равно голос будто у одного. Да почему-то тут у... Почему тут во всех раундах только два микрофона? Даже вот в этом раунде и в раунде с жутким месяцем тоже было два микрофона. Эти два на одно делили. Идут микрофон у мамки. Мне пьячески поставили карту батьки, чтобы тот тоже шускал. А в раунде с скелетом и тыковкой, костяшкой и тыковкой... О, капец, передают микрофон друг другу. Ладно, что-то медленно говорю, let's go! Опять лагает. Я ничего не могу сделать, все лагает. А, все, отлагало. Нет, не отлагало. Вот теперь... А, да, как все сказать, что отлагало? Уже лагает снова. Let's go. Обратно. Three. О, началось. 3, 2, 1, go. Прикольно. Еще, наверное, опять будет лагать. Проверим. Да, все снова лагает. Here we go again. Yeah.
кажется, скажем. Не, я не буду говорить, что это... Я не буду говорить ничего. Теперь точно оплакала. Стрелки быстро летят, хотя это легкий уровень, слушайте. Я еще сам первым видео перешел на легкий уровень сложности, потому что это я даже жуткий мест не смог пройти нормально. Я вообще не смог его пройти на нормальном. Опять хором пою. Только уже с батей. Да почему-то на иконке бати показывается, что у него клыки есть. А на самом деле у него нет, у него коренные зубы, в общем, обычные зубы. Прошли. Там что-то побахнуло? Петардки. Лагает. Обосрался. Ну чё это, лимон? Ну чё это знакомое? Что-то знакомое. Так вот, я его узнал. Я вот готовил материал к одному из видео, но там у нас просто кораблекрушение произошло. Космический кораблекрушение. Быстро бежу, а там вижу, вот такой лимон выходит из здания с лыбой до ушей. Нет, не костюм был. Видите, такой лимон выходит из какого-то здания. Я вообще внимания не обращаю, просто иду дальше, катаюсь дальше. Так вот, кто это был? Я такой, что это за лимонный чувак? Ну, давайте песню послушаем, потому что это, наверное, единственный пираж, кто говорит на английском. Я так понял... давай послушаем, о чем он говорит. Конечно, он поет, как она будет разрывать в клочья эти пальцы. Ну, точно 100% мне нравится наше присутствие. Кости сломает. Прикольно. Ребята, здравия, о чем поет, но не получается. Прикольная анимация хлебала. Мозги сожрет. Последний момент не получилось. Да слушайте, прикольная песня. Как он нас будет жрать. Ну ладно, сразу переходим вот к этому. А знаешь, какой чё, видеоигра? Я знаю, что... это вторая PlayStation. Почему-то у пацана, я так понял, из будущего, тут уже давно не 90-е, но почему-то все еще у пацана квадратный телек и вторая PlayStation. Да, точно вторая PlayStation. Да, вроде на первой плойке не было стиков. О, New Fairum. Nathan has some. Короче, ему понравилась наша девушка. Бип-буп-бип. Он просто называется бип-буп-бип-буп. Он хочет завоевать нашу девушку. Слишком слащавая музыка. О, на анимации посмотрите, персонажи прикольно сделаны.
Так как играю в первый раз в Dead Level, я думаю, это мод какой-то. Мне кажется, официальный. Я думаю, этот пиксель это кто-то прикольно сделал. Ничего себе! Ля. Прикольно. А, мы уже слышали. Би-бу-бу. Это может быть такая слащавая песня. Аж клыки свело. Хотя только из них у меня рот состоит. Ну, вроде нормальная песня. Мне кажется, даже на нормальном сцене будет нормально. Даже нормально, у меня сон будет нормально, но я не буду переходить на другую солнце. Кстати, как я говорил, что этого лимонного чувака видел. Который из здания выходил. Я так понял, это здание, вот, которое вот эту игру разрабатывала компания. И... Там я потом, знаете, вижу как-то красный, огромный ёжик из окна выпрыгивает. А тут лимонный человек даже внимания не обратил, он просто пошел дальше. Красный ёжик такой вылетает из здания. Так, ребят, извините. В этот момент не записался, но он там угрожал нам, типа, ты чё, собака, лучше меня? В общем, слащавая музыка поменялась на угрожающую. Мне жаль пацана, потому что он играет в эту игру на... джойстики. А на джойстике это, вероятно, еще неудобнее, чем стрелочками. Пацан побледнел. Ну, короче, вы поняли. И теперь мы сражаемся с ним, а девки на заднем плане такие, вот дерьмо. Вроде этот раунд даже легче, чем прошлый. Тем временем наша девка квадратная, как майнкрафтер. Хотя стоп. А почему тогда я круглый? Загадка. В общем. О, ляфи. Не представляю, что с ним дальше будет, как он нас звереет. Посмотрим, насколько у нас звереет. Давайте. Все покраснело. Чувак, я ж говорил тебе, не надо брать говяжий дошик. Бери куриный. Помните, я вроде в прошлом видео, вроде в этом говорил, что... Из какого здания я проводил, из окна вылез огромный красный ёбжик. Побежал дальше. Кажется, это был он. Он говорит, что типа... Он в этой оболочке пацана долго был. Типа, наконец-то освободился. Все побледнело. Такое ощущение, как будто сейчас Гастер из Undertale должен выйти. Иконка у него смешная.
Yeah. Я называю дебильную, у него анимация. Музыка прикольная, лаганная, так сказать. Но анимация у пацана дебильная. Ну, знаешь, что вот этот пиксельный левел сделали, прикольный. Yeah. Я уже не знаю, что говорить. Просто скажу, что у ёбжика анимация отстой, а вот у пацана, за которым мы играем, есть анимация. В отличие от прошлых, не пиксельных, у него вот есть анимация, как, например, рука вот поднимается. И опускается. Эта анимация есть. Так не было. Все, прошли. Ебуи. Ребята, ну а теперь самый важный момент. Думаю, вы знаете, что в отличие от остальных песен, у второй недели есть только две песни. Так вот. Есть секретная песенка. Так, чтобы активировать, смотрите, заходим в любой режим, может, я выбираю туториал. И пока вот говорится 3, 2, 1, go, нажимаем семерку. Ну, ту из верхней части клавиатуры. Не той, которая из правой части, а той, которая сверху, наверху находится. Вот экран потемнеет. И появится... Во. Кастомный режим. Так, включаем мышку. Чтобы активировать эту секретную песню, заходим в Songs. Вот тут пишем... Монстр. Тут гиф. Girlfriend. Вот тут персонажа. Выбираем монстр. И нажимаем Reload и G-Song. Вот, перезапустилась. Теперь вот кладем где-то сюда мышку. Любое место. И нажимаем Enter. 3, 2, 1, go. Бум. Началось. Опять. 300 раз пробую. Пацан какие-то жесткие лаги вызывает. Идет время кошмаров. Что, что скрывает за той темной дверью? Эх, за чё-то. Я сожру твою подругу! Блин, изначально хотел... сожрать нашу подругу, а не нас. Когда он подговорил тех двух пацанов, которые переоделись в костюмы, чтобы они сперли эту девку, чтобы он ее сожрал. Увидев, что они не справились со своей задачей, решил сам сожрать ее. Ну вот мы с ним сражаемся. Я не разбираю, что он там говорит. Наверное, прикольно песня. Стоп, песня еще не закончилась. Наш зубастый лежит. Это просто закуска. Так что отдай мне свою девку. Прикольно. Тут
тупо закуска, отдай ее. Я твои глаза вытащу. Сору твою девочку с маслом во фритюре. Прикольно, но я ничего не понял. Чё-то я понял, но... Ну, в общем, я не переводчик, чтобы переводить. Тайсон. Не спрашивай, какие такие звуки издают, учитывая, что у меня железные клешни. Ну что ж, мы прошли весь Friday Night Funkin's, начиная с туториала и заканчивая с секретным левелом и левелом от второго PlayStation. Прям дебильная консоль. Кстати, я забыл сказать, вот в этом левеле мы сражались с сэмпаем. Ну, думаю, вы это уже поняли. А, ну что? Спасибо, ребят, что смотрели эти видео. Ставьте лайки, оформляйте бесплатную подписку, чтобы у вам был доступ к новым приходящим видео. Короче, вы получаете уведомления, когда выходит новое видео. Ну что, с вами я, Давид Прошу 67. Всем удачи и всем пока!